Всем привет, с вами Прия. Вслед за появлениями рейдовых сейвов, вслед за изменениями способностей, следует изменение таланта. Итак, в текущий момент представлены изменения для охотников специализации Beastmaster, повелитель зверей, для магов ветки огонь, для паладинов ветки воздаяния, для разбойников ветки ликвидация, для разбойников ветки outlaw. Как он там у нас правильно называется? Outlaw пускай будет, так и останется в итоге. Для разбойников ветки саблети, скрытность, и для шаманов элементалей, стихии. Итак, представлены изменения только некоторых полосок талантов, некоторых тиров, правильно они называются. Если же добавлен новый талант, то прекрасно написано, что делает этот талант. То, что эта версия таланта генерирует 20 фокуса, 20 энергии концентрации за 8 секунд. А ранее было 12. То есть вот так вот все это дело идет, и какие-то новые добавлены таланты, какие-то старые переделаны, что-то вытащено с артефактов, допустим. А то, что эта способность использовалась в артефакте в виде артефактной способности в Филомелорне. Это пламя Феникса. Вот, и то, что этот талант будет на 60 уровне. Да. Получается все так же, то, что 45 секунд восстановления одного заряда, максимально 3 заряда, и написано, сколько он даже дамажить будет. Да. Ну, прекрасно понимаете то, что этот дамаг будет расти с повышением экипировки и с повышением уровня персонажа. А в текущий момент это значение стабильно почти 1300. Да. Весьма весело. Написана легионская полоса этих талантов, допустим, на 75 уровне, пятая полоса для ретриков. И пятая полоса для ретриков при выходе, при патче нового дополнения Battle for Azeroth. А припач будет, скорее всего, знаете когда? Через год. Осенью 18-го. Да. А такой талант, который получается... А, так этот талант, он автоматически бабл вешал для ретриков, да? Насколько я правильно понимаю, он удален. Если я, конечно, правильно это дело понял. Сейчас мы это дело изучим. Так. Пум-пум-пум. Поставим язык русский. А, ну да, так оно и есть. Это именно тот талант, про который я и говорил. Теперь нужно думать, когда прожать бабл. Да, теперь все будет намного веселее. Ссылочку обязательно оставлю в описании, поизучайте. Может быть, что-то для себя интересное найдете. Если что-то интересное найдете, то напишите в комментариях, можете порассуждать по поводу этого. Возможно, я включусь в ваше обсуждение. Всех вам благ. Счастья, здоровья, легендарок там побольше, лута хорошего с недельных сундуков. Играйте, покоряйте Легион, покоряйте Анторус. Желаю вам в этом успехов. Ставьте лейку, делайте подписос, берегите ноги. До скорого.